Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами прохождение Брифидж. Это у нас получается третий заход, ссылочка на плейлист по прохождению данной игры в описании под видео, ссылочка на плейлист с играми жанра выживалочки, выживание, вот это survival, всякие дела, также в описании. И один большой плейлист для вообще все игры, которые я проходил на канале, также в описании. Че у меня с камерой? Почему она лагает? Я не знаю, правда, она что-то немножко подлагивает. А мы продолжаем, собственно, чем мы остановились? Ну, мы сделали контент, навязанный разработчиками, и пинаем его, конечно. Ох, нихера себе! Он сдачи дал. Ну ты их. Дальше нам нужно типа добраться до точки эвакуации. В предыдущем заходе я пробовал добраться до вон той вот точки и замерз просто весь нафиг обледенел. Кислорода не хватило, конечно, но все потому, что кислород я заныкал специально, если что, чтобы потом его использовать в далеком пути, когда я буду куда-то отправляться. Вопрос. Как мне сделать так, чтобы не замерзнуть? Может быть, новый костюм? Давайте-ка посмотрим снаряжение. Усиленный скафандр — это то же самое, что обычный скафандр, только покрашенный свинцовой краской для большей моральной устойчивости к радиации. Не используйте при беременности. Рулон — свинцовая краска. И, собственно, шлем. А если не учить в школе физику, прикрутить к шлему специальные свинцовые антенны, они смогут помочь защитить от радиации, хотя более толстое стекло будет еще эффективнее. Стекло, свинцовая краска, рулон, фонарик и кислородный шарик, это, конечно, вообще просто супер, утолщенная изолента. Слушай, дай прикол сделаем. Надутый, гладкий, красивый, многоразовый, универсальный баллон, укрепленный изолентой, чудо инженерной мысли, выполненное в теплых презервативных тонах. Давай толщину изоленту возьмем, сделаем по приколу и, собственно... А, собственно, резин-то нету, ё-моё, чё я так это разрадовался? То есть, получается, грубо говоря, я могу их здесь заполнить и ставить себе на панель быстрого доступа, получается. А еще бы мне бы поспать и восстановить хпшечку, вот что я скажу. Поспим, 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 а я в это время выпью чай. Всем приятного аппетита, кто кушает. Потому что покушать под видос, я считаю, это хорошо. Типа, время сэкономил, видосик посмотрел, лайк поставил, подписался на канал и так далее. Так, теперь нам нужно попить. Попить нам надо. Хопа, и надо бутылочку воды в дорожку сделать. Бутылочку воды в дорожку. Только куда наша дорожка сейчас нас поведет, я фиг его знает. Правда. Лампочки, кстати, мы тоже взяли. Там еще новые инструменты у нас были. Подожди, объекты станции. Кислородная станция, самодельный агрегат с батарейками. Ага. Угу. То есть я могу его зарядить с собой взять, получается. По идее. Может понять, как он работает по приколу. Кислородный генератор, очищенный металл. А где эти очищенный металл-то возьму? О, из этого говна. Слушай, давай сделаем. Давай сделаем. Кстати, спирт мы так ни разу не использовали. Ни разу не использовали. Слушай, давай сделаем кислородный генератор. Так, также мы можем сделать сканер, любительская камера, несколько деталек и таинственные пассы руками способны создать это чудо. И если воткнуть правильные провода, скафандр сможет проводить поверхностное сканирование всякого барахла. Неправильные провода втыкать не рекомендуется. Металл, батарейка, пластик, лампочка. Хопа! Любительская камера, ну да, это я понял. А что оно делает вообще? Как это работает? Покажите мне. Мы можем что-то просканировать внизу. Давай сходим, посмотрим, как она сканирует. Хопа, и ныряем. Там что-то можно было просканировать. Вроде бы лампочку на двери, что-то такое. Сейчас посмотрим. Но прочность у нее ограничена. Прочность у нее ограничена. Я не в курсе, куда нам идти вообще, если честно. 800 метров, 600. Нам туда, но мы там замерзнем нахрен. Нам надо как-то утеплиться, я не знаю, как-то придумать, как сделать... спирт, ёб твою мать, у нас есть! Извиняюсь. Ну и я просканировал ее, и чё? Типа я могу теперь консоль двери делать? Стой, подожди, спирт. Температура плюс 2... Да ее... Идем вообще на изи туда. Сейчас спиртом обдолбимся, и нормально, и хорошо, и хорошо, и в космос можно. Тогда пройдем без проблем, сейчас просто беру кислородные свечи и погнали. Они делаются, а еще они делаются. Пойдем чекнем еще, куда они делаются. Кислород не вечен, вечен кислород. Как бы сейчас не было такого, то что мы на полпути помрем. Так, кислородную свечку покажи мне. Объекты, ресурсы, композитные. Так, батарейка, снаряжение. Где ты, господи, станция? А где ты, куда ты, куда? Контейнеры, станции, снаряжение. Эй, инструменты, предметы, вот. Металл! Металл! Батарейка, кислород плюс 40. У нас они есть. У нас они есть. Поэтому я предлагаю сейчас... А, у меня спирт один. А где я еще спирт видел? Был где-то спирт еще.
Где-то же еще был спирт. Короче, собираем все, что нам нужно. Хомячка с собой возьмем. Или не возьмем. Возьмем с собой хомячка. Где еще спиртягу видел, не помню. Так, сохранить. И пошел. На спирте на всех делах. На серьезных щах. Сразу. Сразу. Спирт сюда. Спирт сюда. Не хочет. Ты пробовать преодолеть радиацию без скафандра? Обязательно попробуй, вдруг это нас спасти. Ну да. Так, вероятность обледенения. У нас есть спирт, мы выживем. Где-то еще один спирт болтался, я не помню где. Где-то я его видел, но я не помню где, друзья, уж извините. Так, ну что, двигаемся. Сохранится, сохранился? Блин, надо больше спирта. Там написано щелочь и еще что-то. Так, ну сейчас мы там согреемся. Вот там мы согреемся, это не проблема. Идем. Идем. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Сейчас согреемся, кислородный баллон долбанем. И пойдем дальше. Нет ли тут ничего система такого? Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока, но разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. Просканировать не могу. Пошел. Опасность обледенения. Нормально! Так, кислород пошел. Использовать. Раз. Температура пока не надо. Вон там еще одна, смотри. Вон там еще одна, где мы можем погреться, получается. Еще одна, где мы можем погреться. Но если что, у нас спирт в загашнике есть. Все. Первое правило космоса. Спирт в загашнике должен быть. Идем. Кислород не вечен, нормально, так. Оттаиваем, оттаиваем. Кислород плюс 40. Хбдыщ! И пошел, 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 пошел. Опасность обледенения, нормально. Только что прогрелся. Слушай, у нас очень сильно поднимается радиация, мне это прям не нравится. Неужели это без костюма не получится лезть? Неужели без костюма не получится? Так, идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Жизнь зря это поперся. Кладбище спасательных челноков. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. Вообще ни капли. Так, осмотрим. Ни хрена тут нет. Кислород вечен! Где мне его брать? Рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Крохотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандра и привести к легкому приступу смерти. Опасный предмет, я понял. Так! Спирт! Кислород! Пошел! Оу! Приход пошел! Приход пошел! Куда нам? Где свет-то? Вон огонь! Вон тепло! Вон тепло, 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 тепло! Ох, колбасит мужика! Слушай, подожди. Так, согрелись, согрелись. Держимся, держимся, держимся! Хопа! Ныряем! Опасность обледенения. Нормально все, не ссы! Ластик. Так, кислород не вечен. Да подожди ты. Ай, все, 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 подожди. А где? Огонь-то где? Значок огонька-то где? Ты что, угораешь? Я сейчас помру. Я сейчас помру. А как мне туда добраться, извините? Из кюдьма, а как мне туда долезть-то? Слушай, подожди, а то я не долезу. Придется строить, наверное, кислородную станцию и вникать в то, как оно работает. Мы не дойдем. Но мы трупаки, все. Спирта нет, все, конец, смерть. Без спирта в космосе смерть. Как же так быть-то? Надо сейчас будет разбираться реально с механикой работы. Фотогелия является странностью. Подобный состав устарел более 10 лет назад и не производится ни на одной планете. Ну все, все, давай, давай, давай. Давай, забирай меня. Забери меня с собой. Сквозь. Ну, ладно. Сейчас роботы будут. Товарищ, вы мертвы. Ты я снова лгать. Ты здесь, а значит, не можешь умереть. Все верно. Рассказывать правду. Подтверждать. Загрузить, загрузить, загрузить. Загрузить, загрузить, загрузить. Загружай. Я нажал загрузить. Игра! Я нажал загрузить. Я нажал загрузить. Так, есть. Чек. Чек. Объекты. Ресурсы. Композиты, объекты, станции. Кислородная, утолщенная изолента. За резиной! За резиной, а потом к детке. А потом идем к детке. Резина. Пошли на поиски резины. У нас есть одно место, куда мы можем двинуться. Слева.
вон туда и вон туда. Так я не знаю, помру я там или нет. Честно, без понятия. А еще вот этот значок у меня достал уже. Я его вроде там все посмотрел, но нет. Но ничего не произошло. Вон там еще один корабль, кстати, раздолбанный. Сейчас вот через ту точку попробуем как-нибудь пройти. Так. Наверное, сканер нужен реально. Ничего не происходит. Ладно. Пошли. Что с радиацией? Радиация повышается. Радиация повышается! Если сейчас сдохнем, то просто-напросто тогда мы сделаем что? Правильно. Кислородную станцию. Но, блин, резину эти где найду? Где же у нас еще резина? Интересно, ресурсы резаются в тех местах, где... Во время крушения челнок был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Ремонт невозможен. Сама краска также не имеет ценности после замерзания. Да, много краски, ничего не скажешь. Сейф является частной собственностью, и факт его вскрытия безразличен для Всемирного похоронного агентства. Всемирное похоронное агентство Брэссидж. Мы заботимся о вашей репутации. Угу. И кого мне сюда притащить надо, чтобы это открыть, мне вот интересно. Так, ладно, дальше идем. Там он что-то еще, смотри. Может, человечек какой, а? Вероятный хозяин челнока с краской занимался незаконной откачкой во время крушения, о чем свидетельствуют следы краски на руках и огромный шланг, прилипший к лицу. Ау! Ау! Конечно же взять! Конечно же взять! А где эта штука? Кислородный баллон, хбздысь. Свинцовая краска. Утолщенная изолента есть! Красавчик! Это нам получается для скафандра и только для скафандра. Получается так. 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 Дальше радиация уже повышается, дальше она будет еще больше. Кислород не вечен, все, я понял. Все. Вопросов ноль. Вопросов ноль, возвращаемся домой. Возвращаемся домой! Кислорода не хватит там ни хрена. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Сделаем скафандр. Да. У нас на запас кислорода повышается, кстати, или нет? Вроде повышается. Сейчас посмотрим все это дело. Нам нужно найти резину и много резины. Кстати, сверху. Это что вообще? Что-то я не помню этой штуки. Стоп, подожди, мы там ковырялись? Да, ковырялись. Да-да-да-да-да, все, я понял, все, я понял, все, я понял, я понял. Я все понял. Так, а нам кислорода не хватит. Нам кислород может не хватить. Кислород вечен, вечен, кислород вечен. Вечен. Давай, 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 топи, 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 давай, 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 не хочу ложиться спать, давай, давай, 3, 2, 1, все, хоп, дышим. Отлично, нам нужен, наверное, очищенный металл сейчас будет. Снаряжение, так. А, просто защита от радиации, стекло, собака. Стекло. А свинцовая краска у нас что, одна? Одна? Что мы можем это говно сделать? Блин, а как мне резину-то искать? Слышь, подожди, не дело, мне резина нужна, брателла, мне резина нужна, прям вот вообще неистово. Пойдем проверим. Пойдем проверим то место, где мы брали резину в самом первом месте. Если она там резнулась, это будет просто счастье. Если нет, то у нас проблемы. Кстати, могу ли я лопнуть этот шарик с помощью ножниц? Вот какой у меня еще вопрос. Нет, никак не могу повзаимодействовать, поэтому спускаемся вниз. Ныряем на дно. Так, тут у нас кислород, все дела. Так, я могу уже обезвредить электричество. Вечная курица моя, любимая. Так, ну все, резину не взять, резина одноразовая. Блин, это хреново. Это хреново, это очень хреново. Где ее брать? Опа. А, понятно. А я могу это разобрать как-то? Я могу это разобрать? Там вроде баллон какой-то есть нужный. Нет, не получится, не получится, не получится, не получится. Совсем никак.
слова совсем. Так, давай наверх думать. Первостепенная задача — кислородная станция и батарейки для нее. Как она работает, я не знаю. Сейчас хотя бы мы узнаем это и будем знать, как это делать. Потом нам нужно сделать запасы спирта. С запасом кислорода и спирта мы вообще сможем чего угодно здесь сделать, мне кажется. Скафандр подождет. Так, кислородная станция. Держим в голове, что нужно. Объекты станции. Кислородная станция, кислородная свеча. Кислородная свеча без проблем. Инструменты, предметы... Металл. Так, ты пробуй преодолеть радиацию без скафандра. Обязательно попробуй, вдруг это нас спасти. Нет, то не пойду. Так, металл, поехали. Что это? Ружка? Ух ты. Дед любил катать молодых девочек на своей ракете. За что получил это крошкой название главного бабника от коллег. Незаслуженно, кстати, ведь дед их именно катал, и именно на ракете. Но кружку все равно оставил. И всегда над ней смеялся. Мило-то как. Металл! Металл-то хорошо. Сейчас мы его еще очистим. Так, собирай. Реально сабдахтика в космосе. Только с юморком. Таким добротным. Но здесь ресурсы конечные. Меня это бесит. Сколько там места еще есть? Так, тихо. Третий нет, а вот третий. Кажется, я одну пропустил в одном месте. Ну да, наплевать, у нас все уже есть. Ныряем. Пошли. Хопа. Композитные, свинцовая. Краска, свинец. А где тебе краску, где тебе свинец-то возьму? Я вот не понимаю, что. Ой-ля, инструмент, предмет, поехали. Не надо было тратить их, нужно было их на крафт потратить. Ну ладно, уже так, пофигу. Станция есть, кислородная. Недостаточное место, твою мать. Что-то надо это скинуть. Что скинем? Ткань, хомячка, гласт, ткань, питательная жижа. В необычной форме шарок, особой прочности. Так, подожди, секунду. Сканер. Да остальное это все нужно, ёп! Да ты угораешь надо мной, игра. Сейчас-то места тебе будет достаточно? Какого она места? 3 на 3, что ли? Ёб твою мать. Самодельный агрегат с батарейками. Пойдем посмотрим, как он работает. Так, а там не дописано еще. Ага, прямо сейчас надо по гидролизу. Так, понятно, пошли. Еще при этом он греется. Так. Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. Я могу это демонтировать? Да блять! Твою мать! И как? Как демонтировать-то? Какой инструмент? А, все, понял. Этот? Нет, стой, подожди, не то нашел, блядь. Не, братан, не так мне игра. Не, такого нам не надо. Стой, подожди, сейчас же я его сделать-то не смогу еще раз. Не смогу. Так, загрузка. Ничего не знаю. Слот сохранение давай. Ой, ля-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 ля. Слушай, много места занимает эта свинья. Так, снаряжение, инструменты, лом, щуп, прочность, очищенный металл, батарейка, дрель. А чем его ломать-то? Чем его ломать-то, господи? По большому счету, вывернутая наизнанку батарейка с довольно сложным узором из изоленты. Все это в красивом корпусе с красивым названием. Можно гордиться и пихать это в кислородные станции. А как ее демонтировать-то по-нормальному-то, ё-моё, объяснить мне кто-нибудь? Подожди, да быть такого не может. Она не может быть одноразовой. Или может?
Не может! Я ей запрещаю быть одноразовой. Господи. Иди сюда. Изолента! Станция, я должен въехать, как это говно работает. Так. Так. Так, как ее снимать-то, блин? Да пролезь ты. А, это ткань, все. Вот я ее ставлю. Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. Какой, твою мать, инструмент мне тут нужен, а? Скотина. Вот какой... Оно пополняется? Оно не пополняется автоматом, да? Пойдем попробуем сделать батарейку. Сейчас хоть я въеду, как это работает. Сейчас все ресурсы просто всру на это вот... Ну игра. Ой, тут еще кислород у меня был, дуралей. Так, ладно, объекты, станции, ресурсы, снаряжение, предметы. Так. По большому так. Это мы уже читали. Подожди, сюда вот. На первую. А, только выкинуть. Понятно. Так, сейчас попробуем зарядить ее. Так, вот у нас есть эта штука, да? Вот он, мы забираем кислород. Вот мы ее заряжаем. Ты че угораешь? Одноразовая? На 500 секунд. 500 секунд это 10 минут. А у нас радиация чокнутая. Но эта штука греется. Ща пойдем туда по полной... Ой, ща разнесем всех. Сейчас все. Все, сейчас всех разнесем. Слот сохранения. Подожди, загрузить. Сохранение. С ножницами здесь стою, да? Ага, сделали. Пошли. Так, сюда. Открыть. Забираем все это говно. Ой. Так, спирт. Не могу. Да, краска там осталась. Так, вода, идешь отсюда. Еда, идешь отсюда. Все, отсюда просто вот так. Выкидываем отсюда нахрен. Просто выкидываем. Ой, тупизм какой-то сейчас будет, наверное. Так, фонарик. Нагрудный фонарик на батарейке светит недолго, постоянно разряжается, но если засунуть в рот, не становится красным, становится крайне полезным элементом экипировки. Заряд фонарика плюс 25. Инструменты, щуп, прочность, очищенный металл. Давай щуп возьмем новый, сделаем. Нет, не надо нам щуп делать. Нет, может понадобится создать. Так, лом. Раз, два, четыре. Сюда. Скидываем палку-чесалку. Берем вот это добро. Покушаем. Так, сейчас надо будет поспать тогда, получается. И, собственно, вырываться туда. По-другому никак. Я не могу ничего из этого сделать. Так, предметы, инструменты. Так, я могу это взять, но я не буду. Так, ресурсы. Так, вода. Так, очищенный металл. Там металл есть, лампочки есть. Это есть. Блин, мы краску ту не взяли. Насрать на ту краску свинцовую. Так, прорвемся, думаю. Спи. Что-то как-то я в сохранениях запутался нафиг с этой игрой. Чай, блин, попил и поел, обожаю. Так, сейчас мы пожрем, попьем и просто вылетаем пулей. Запас кислорода есть. Когда будем сильно замерзать, будет мало кислорода уже в самом конце. Там активирую эту станцию. Да, я так и сделаю. Так, попить. Поесть. Теперь давай сюда. Воды. Еда. И вода. Все, что мог с собой взять, взял.
Я не знаю, будет ли там какое-то местечко, где мы сможем обустроиться, поэтому я не знаю. Что? Вкусная, полезная, почти мыть, несмотря на активную антиморковную пропаганду. Морковки по-прежнему в ходу, еще бы из законных брызги их не бросали. Так, ладно, пофиг, отходим. Отходим. Так, сохранение. Сохранение, это важно. И пошел. Пошел, зверюга. Мы взяли? Взяли. Нам главное не перемерзнуть и остаться с кислородом. Опасность обледенения. Подожди ты. Вот сейчас там зарядимся. Ну, согреемся. Спирт есть? Спирт есть. Все, жизнь удалась. Согрелись, пошли дальше. Где эта следующая точка-то? Я не помню уже. Где следующая точка? Она же здесь была. А, не, она там, а потом... А, все, все. Ясно, понятно, ясно, понятно. Так, лед, отстань от меня. Отстань от меня, лед. Идем прямо, прямо. Кислород нормально. Кислород нормально. Используем сначала кислородные свечи, потом уже кислородную станцию. И оттуда уже рванем. Но там будет опасность обледенения, насколько я помню, на полпути. До того значка кулака, который сейчас почему-то пропал вдруг. Ну да ладно. А что там, вообще не ясно. Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока, но разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. Ну там какой-то проход, 100%, но там... Блять, а там что происходит-то, ё-моё, сколько тут всего интересного-то валяется, я не могу так, как я это... А как, блин, вы угораете, что ли, как мне восстанавливать все это дело-то? Ой. Это мой косяк был, я пропустил. Пропустил. Блин, там что-то валяется же, что-то хорошее же валяется. Кислорода мало, он не восстанавливается. Батарейка его не восстанавливает. Или восстанавливает. Блин, непонятно. Так, все, зарядились, пошли. То есть согрелись. Кислород, нормально все с кислородом. Не нервируй меня этими звуками, блядь. Там столько всего разбросано. Как я туда дойду-то, блин? Долечу, точнее. Так, спирт не используем. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. Что там мигает? Лампочка. Я не замерзну! Я сказал, я не замерзну! Я сейчас согреюсь. Кислород не вечен! Вечен кислород! Так, теперь отогреваемся по полной и валим дальше. Крайне не рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Крохотные занозы способны пробить тонкую скафандр и привести к легкому приступу смерти. Стой. Где ты стекло увидел? А нахрена я это сделал? У меня кислород кончается, твою мать, блядь! Так, тихо. Тихо. Бахнет. Нормас. Так, эта штука еще греется. Мы дойдем туда вообще? Мы туда-то доползем? Вечен, говорю он, вечен. Наличие такого объема хладогеля является странностью. Подобный состав устарел более 10 лет назад и не производится ни на одной планете. Ребят, у нас все. У нас как бы эта радиация повышается неистово. Кислород кончается. Время активировать. Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. Короче, хрень у нас получается. Я дальше, если пройду, я сдохну от радиации. Задача такая, нам нужно будет дойти до того места, где у нас валяется стекло, щупом его собрать и рвануть резко обратно. Резко обратно рвануть. И свинцовая краска, я помню где. Впереди обнаружена часть капитанского мостика, откуда должны руководить эвакуацией, но в данном районе не замечено никакого движения. Радиация, видите? Вероятно, все погибли. Там радиация еще. Радиация и холод. Нет, туда я не дойду. Вообще рано. Может, вообще финальная точка, куда я должен отправиться. Туда я не пролезу вообще. Вообще никак. Нет, все, я не пролезаю. Все, я не смогу. Лечись вовремя. Да как лечиться вовремя, братан? Ну, тут вариантов как бы нету, ё-моё. При этом я умер не от того, что у меня кислород кончился, а от того, что, блин, там была радиация и кромешный холод. Ты снова лгать. Я снова, ты да. Здесь, а значит, не так, загрузить. Рассказывать. Загрузить.
Загрузить. Нам сейчас нужно продумать все это дело, как нам лучше сделать. Нам нужно свинец, который через глаз. Нам нужно, получается, еще потом свинцовый. Ой, бля. Ой-о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 й. Там еще одно местечко сделать, да, штучка валяется. Туда еще пролезть надо. Очищенный металл, может, сделать надо. А че, собственно, нет, да? Снаряжение, инструменты, предметы, ресурсы. Почему? Четыре? А это что? А это алюминий. Так, снаряжение. Свинцовая краска, рулон. Свинцовая краска, стекло. Ну вот, да, нам нужно это, чтобы пройти дальше. Блин, я думаю, тут еще скафандров разных до хрена. Нам получается, сейчас нужно двигаться в левую сторону, либо прямо. Но никак. Но никак идти, его мать, не в ту сторону. Давай пробную вылазку сделаем туда. Там есть какой-то проход, посмотрим, что там. Там, видишь, что-то там 760 метров, непонятно чего. Сейчас быстренько берем, тырим глаз и идем. Угу, и идем, и идем. Да, и идем. Тырим глаз, открываем, идем туда, там есть проход. Только что это такое? А, это краска, точно. Нам уже сказали, что это краска. Куда столько краски вывезли? Там вон какие-то еще места есть, с какими-то подогревами, непонятно с чем. Господи, сколько здесь всего раскидано-то, а? Так сразу-то и непонятно, как появляешься, ты просто видишь, типа, обломки и обломки. А если вглядываться, то тут просто капец сколько всего интересного. Во время крушения челнок был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Ремонт невозможен. Сама краска также не имеет ценности после замерзания. Тихо. Мы туда дойдем. Но тут радиация тоже повышается. Вероятный глаз кадр... сюда. Взять. Занимался незаконной откачкой во время крушения, о чем свидетельствуют следы краски на руках и огромный шланг, прилипший к лицу. Сейф является частной собственностью, и факт его вскрытия безразличен для Всемирного похоронного агентства. Всемирное похоронное агентство Брэсидж. Мы заботимся о вашей репутации. Туда. Мне нужна какая-нибудь другая перевалочная база, что ли, я не знаю. Я отсюда, вот от своего места, где я сейчас нахожусь, я просто чокнусь двигаться каждый раз. У нас радиация повышается и повышается, да тормозит уже, а. Радиация, выйди из чата. Че это? Кислород не вечен. Вечен! Вечен! Держаться! Держаться, товарищ! Хоть спирт жрать не надо, одно счастье. Так, давай, давай, давай. Что это? Что это? Что это, блядь, такое? Что это? Что это? Три сотни метров осталось! Три соточки осталось! Обнаружено большое скопление токсичного красящего вещества. Если найти емкость с данным веществом, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. Каким инструментом демонтировать-то нормально эту станцию можно? Если, блин, был бы, то я бы, блин, был бы гораздо проще. Если бы у меня запас кислорода еще восстанавливался бы со временем, используя там, скажем, воду, то было бы вообще великолепно. Похоже на бак с краской. Радиация растет, ребята, радиация растет. Краска, стой! Кислород не вечен. Вечен! Свинцовая пластина! Ё-моё! 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 Братан, подожди. А мы же отсюда-то не уйдем тогда. Мы же не сможем. Блин! Блин, это что, вылазка за вылазкой, что ли, будет? Так, тихо, думай. Хотя бы исследуй территорию. Использовать! Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. То есть мне нужно сделать две вылазки. Вылазку за стеклом и за свинцом. И таким образом я соберу костюм защиты от радиации и рвану прям туда к эвакуации. Да, к эвакуации. Да, все так что ли получается? А получается так. А то нам станция нахрен не вперлась. Нам станция не вперлась сейчас. По большому счету. Нам кислородных батареек хватит, по идее. Ну все, дальше радиация. Все, дальше я прусь, все, я дальше помру. Вот оно как. Но прикол еще в том, что я сейчас отсюда не вернусь.
То, что я сейчас отсюда не вернусь. Свинец-то, блин, я взял, но я не доберусь. Нет, я не доберусь. Запас кислорода нужен, и нужен такой прям нормальный. В виде батареек получается только если. Жалко. Твою мать! Я знаю, что нам может помочь. Нам может еще помочь так называемый резиновый изделие. Да, резиновый изделие. Он же многоразовый. Он же многоразовый, точно. Он же многоразовый. Не, я сейчас попробую, конечно, дойти на полном кислороде. Я не знаю, как это будет. Но я не дойду. 75 секунд я не доберусь. Не доберусь вообще никак от слова совсем. Короче, многоразовый кислородный баллон. Надо будет сделать такой из плотной резины. Только где искать здесь резину, я вообще в душе не знаю. А вот резина, кстати! Вот резина-то! Вот она! Зина-зина, вот резина! Я могу это открыть? Я могу это открыть? Требуется дрель? Такое есть. Стой! Нет, не выкидывай! А-а-а, вот так вот это работает. Ясно, 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 ясно. То есть нам нужно будет прийти с дрелью и со и с этой дубиной, которая ломает. Вот так вот. Сколько мне этих кислородных свечей брать, я вообще не знаю. Они же еще делаются, их же еще делать надо. Ну тогда, в принципе, легко получается. Относительно легко. Нам одной заправки хватит, чтобы дойти сюда. Еще одна свеча, еще одна. Короче, минимум 4 свечи нам нужно с собой. А лучше все 6, а лучше 8. 8 свечей у меня поместится, если я уберу все другое. Станцию мы тут трогать не будем и использовать. Ну все, мы помираем и не доходим, да. 8 свечей, я понял. 8 свечей. 8 свечей надо будет сделать. Надстрадайся, ты уже страдалец, господи. Пока еще осматриваюсь. Вон там еще какая-то хрень есть. Вон там еще какая-то хрень есть. Но там понятно. Там понятно, там ясно понятно. Вы мертвые. Ну, бывает. Ну, что поделаешь, бывает. Но теперь мы хотя бы знаем. Теперь хотя бы мы это дело все знаем. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит... Может, игра и была так задумана? Рассказ... Типа, помираешь, смотришь, летишь дальше уже подготовленный, потому что, ну, заранее подготовиться к тому, что там будет, это как бы, ну, нереально. Кислородная станция будет кончаться. Можно поставить несколько кислородных станций, но мы их будем заряжать с помощью кислородных батарей. А они, зараза, не вечные. Или вечные, я так и не понял. Кислородную батарею дайте мне. Я хоть разберусь, а хрен. Ладно, из чего делается? Утолщенный изолент. Из этого мы и сделаем. В общем, друзья, я думал, мы заканчиваем данную часть прохождения в данной игре, и мы к ней, конечно же, вернемся, потому что я хочу понять, чем закончится, я хочу посмотреть на эту гарду сюжет и прочее. В общем, всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, вот это все прекрасное. В описании под видео ссылочка на плейлист с прохождением данной игры, ссылочка на плейлист по жанру игр, выживалочки, сурвайвал, все вот эти вот дела, и ссылочка на один большой плейлист, и вообще все прохождения различных игр, которые имеются на канале, потому что игр проходится много и приходилось много, и будет проходиться также много. Также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео будет ссылочка на Boosty, либо обычный привычные донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.